Муниципальные служащие, участники 22-й спартакиады среди сотрудников администрации Свердловской области, отмечены благодарственными письмами главы города. В составе сборной команды честь Нижнего Тагила защищали 15 чиновников-спортсменов. Попусов Егор Владимирович, начальник управления жилищного коммунального хозяйства администрации города. Напомним, спартакиада муниципальных служащих проходила в два этапа – областные состязания и соревнования в Горнозаводском округе. Сборная города успешно выступила в настольном теннисе, мини-футболе, патрульной гонке. В трех видах спорта – дартс, волейбол и плавание – тагильчане заняли первые места. Добавим, что глава города Владислав Пинаев тоже участвовал в соревнованиях и стал абсолютным победителем турнира по плаванию. По итогам комплексного зачета в областных соревнованиях Нижний Тагил занял второе место.